что дети – это цветы жизни. Однако для некоторых граждан они становятся обузой, и тогда женщины решаются на прерывание беременности или бросают своих малышей на произвол судьбы. Елімізде түрлі жағдайлардың салдарынан балалар ата-анасыз өмір сүруге мәжбүр. Яғни бауыр еті баласын асырай алмай, тіпті ата-ана құқынан айырылып жатқан жандар көптеп кездеседі. Сондықтан да мамандар балалы болуды жоспарлап, оған аса дайындықпен келуге шақырады. Бүгін біздің бағдарламада осы жайында айтылады. Әлемде тағдырдың сан түрлі қиындығына шыдап, ата-ана қамқорлығына мұқтаж болып жүрген балапандар жетерлік. Дүние есігін ашқан уақыттан бастап, әке-шеше жылулығын сезінбеген нәрестелер де қаншама. Панасыз қалған кішкентай бүлдіршіндерді қолдаумен мемлекеттік мекемелер айналысады. Бүгінде біз сол орталықтардың біріне келіп, балалардың өмір сүру ортасымен таныстық. Біз енді 2023 жылдан бастап, нөмірі екінші өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларды қолдау орталығы болып, жаңадан атау өзгеріп, және де жоспарының барлығы өзгеріп, сол екі бағытта жұмыс жасап отырмыз. Тұрақты балалар және уақытша балалар болды. Бізде қазір мекемемізде бүгінгі таңда 42 баламыз бар, 21 ұл, 21 қызымыз. Бізде былтыр 47 бала болған. Жалпы білім басқармасының шешімімен және соттың шешімімен келеді бізге. Ата-ана құқығынан айырылса ата-анасы, немесе ата-анасы қайтыс болса, әртүрлі жағдайлармен тек шешіммен, соттың шешімі және білім басқармасының шешімімен келіп орналастырған. Түрлі енді баланың тағдырына қарай. Көп жағдайда ата-ана құқығынан айырылады. Сондай жағдайда келеді бізге. Ата-ана құқығынан айырылғанда қай жастағы Енді статистика бойынша дәл мына жастағы деп айта алмаймыз. Себебі түрлі жастағылар. Бірақ бізге келгеннен кейін ол балдармен де, ата-анамен де біз жұмыс жүргіземіз. Біздің психологтарымыз бар, әлеуметтік педагогтарымыз бар. Және олардың барлығы ол ата-аналармен әңгімелесу жүргізеді. Мүмкіндігінше ата-ананы дұрыс жолға бағыттап, баланы қайтадан отбасының барлығына, өз отбасының барлығына қалады. Бұл ата-анасының құқығынан айырылып, бұл мәңгілік бұл жерде олар қалады дейді. Балалар үйінің ерекшелігі, бізде бауырлар бар ғой. Бір отбасынан 2, 3, 4, міне сол отбасы болып, өзінің бауырларыменен бірге өмір сүру. Бір бөлмеде ұйықтау, бір-біріне көмектесу, өзінің бауыр екендіктерін сезініп, қамқор болу бір-біріне. Арнайы бөлме жасалған бізде, қыздарға, ұлдарға деп топқа біріктірілген, ол топта 12-ден аспау керек бала саны. Сол жерге біріктіріп, арнайы өздеріне бөлік тәрбиешісі бәрі бекітілген. Ата-ана құқығынан айырылу көп жағдайда ішкілікке салыну. Баланы өз деңгейінде дұрыс қарамау. Болмаса жаңағы ана баласын тастап, қараусыз үйінде қалдырып кетеді. Көршілері ақпарат береді арнайы мекемелерге. Олар зерделеу жұмысын жүргізеді. Ол бірден алатта апарып өткізіп тастамайды ғой. Зерделеу жұмысын жүргізеді. Уақытша бейімдеу орталығы бар бізде Шымкент қаласында. Сол жерге апарып орналастырады. Ол жерде 3 ай оның жағдайын бәрін қарайды. Егер ол жерден де нәтиже шықпаса, ата-ана өзінің жаңағы оң шешімін таппаса, содан кейін барып біздерге ал біздер аламыз да оны ары қарай тағы да 6 ай жұмыс жүргіземіз. Ата-аналар мектебі. Баланы асырап алу өте маңызды әрі жауапкершілігі мол іс. Біріншіден балалар үйінен баланы асырап алғыңыз келсе, міндетті түрде мемлекет бекіткен емтихандардан өту қажет. Бұл баланың қайтадан балалар үйіне қайта оралмауына мүмкіндік жасайды дейді мамандар. Асырап алушы әйел мен ер адам да ата-аналар мектебінің сертификатын алуы басты назарға алынған. Жаңа отбасыдан тағы психологиялық травма алмау мақсатында болашақ асыраушылармен осылайша тығыз жұмыс жүргізіледі. Біздің мекемеде ондай балалар жоқ. Өйткені бізде 16 жасқа дейін, 4 жастан 16 жасқа дейін.
содан кейін тағы ата-аналардың сұранысы ол базада болады. База бойынша тіркеледі, олар жаңаға құжаттарын тапсырады, база бойынша тіркеледі, сол базада Қазақстан бойынша база бар. Сол базадан олар өздеріне, мысал үшін 0 жастан 3 жасқа дейін, 3 жастан мүмкін 7 жасқа дейін деп іздеп өздері олар таңдайды. Содан кейін бізде көбінесе барлық атана бір ғана бала алғысы келеді. Онда бізде жоқ, өйткені бізде ағалы, інілі, қарындасты, бір отбасына екеу, үшеу, түртеу де бар. Көбіне олар қандай жағдайлармен келіп жоға? Енді балалар үйінде қандай балалар түседі, қандай атананың баласы түседі. Өйткені ол өте қиын жағдайда, сол бала, кішкентай бала кезінен түсетін болса, ол сол кезде басына психологиялық жарақат алады. Оның әсіресе қазіргі таңда біздегі подростковый период дейміз ғой, сондай жасөспірімдік шақтары болып жатыр. Сол кезде өте қиын өтеді біреулерінікі. Әрбір бала отбасында тәрбиелену керек деп ойлаймын. Әр балаға отбасы қажет, сондықтан да барлық балалар отбасында болғаны жақсы. Ал енді бұл жерде барлық жағдайы жасалған күнде де аналық, әкелік махаббат бәрібір жетіспейді. Қанша махаббат берсең де отбасындағы махаббат жоқ деп ойлаймын. Олар әрдайым ата-анасын күтуде, олар ата-анасын ешқашан жамандамайды. Сондай жағдай болып қалды, осындай болды деп, қандай жағдайда болса да ата-анасы келсе, қуана-қуана қарсы алады. Енді асырап алатын ата-анасын да анам деп күтіп отырады. Барлық уже балалар үйіне келе ме, құжаттарын түгелдеп, оны үйдің кезегіне қойып қояды. Бізде балалар үйінен шықпай жатып, үйлері бар балаларымыз, бар тәрбиеленушілеріміз. Ертең шығады, жаңағы колледжге түсе де, университетке түсе де, өзінің үйіне барып тұра береді. Барлығын де аспанымен қамтылған. Очередьте тұр, кезеңмен ала береді. Қай кезде мүмкін біреудікі колледжде оқып жүргенде бола ма, біреуінікі 20 жаста, 18 жас, бірақ бізде кеше 7-ші класта, 6-ші класта оқып жатқан балаларда да бар. Иә, олар келіп тұрады. Айтамыз ғой, ой, күйеу бала келді, немереміз келді деп, сондай қуанышты жағдайларымыз да болып жатады. Бізде 23 жасқа дейін балаларды сүйемелдеу деген бар. Сүйемелдейміз, кім қалай, немен айналысып жатқанын хабардар боламыз. Көбінесе қандай салада кетті ол сияқты балалар? Бізде бұрын 4-ші класқа дейін болатын. 4-ші сыныпты бітіреді де, Көмешбұлаққа, Арыста туысқандары болса, солай бөлінетін баяғыда, солай бөлетін. Содан кейін барып, 4-ші кластан кейін бізде кейінгі осы орталық болып, басқа өзгерістер болғаннан кейін бізде 18-16 жасқа дейін болып, жаңағы устав өзгерді. Сондықтан біз енді қанаттарын ұшырып жатырмыз. Енді басталып жатыр. Беременность – это важное событие в жизни каждой женщины. Для того, чтобы малыш родился здоровым и рос счастливым, у будущих родителей должно быть желание и возможности иметь ребенка. Наукой доказано, если женщина не хочет ребенка, ее эмоциональное состояние отражается на эмбрионе, ухудшается его снабжение кислородом. В результате могут наступить преждевременные роды, снижение иммунитета у малыша или пороки развития. Современная медицина предлагает множество методов предохранения от нежелательной беременности. Поэтому можно планировать свою жизнь таким образом, чтобы появление ребенка было счастливым событием, а не роковой случайностью. Ирина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение, как рабочий день проходит? Хороший, конец рабочего дня. Здорово. Расскажите, пожалуйста, такой важный вопрос сегодня, да, многих интересует. Как все-таки предотвратить нежелательные аборты, чтобы организм женщины потом не страдал? То есть как выстраивать весь этот алгоритм? Мы живем в современный век, время 21 век, поэтому если женщина не желает беременеть, она просто предохраняется, то есть использует современные методы планирования семьи, которые сейчас в Казахстане достаточно. Uh-huh. Вот.
Поэтому, если она желает предохраняться, она приходит на прием к врачу, говорит о том, что ей нужно подобрать метод контрацепции. Врач с ней беседует, смотрит, вот, и подбирает тот метод контрацепции, который ей удобен. То есть врач рассказывает о всех методах планирования беременности, а планирование беременности – это контрацепция. То есть, чтобы не было нежелательной беременности. Все, а женщина потом сама выбирает. То есть консультирование должно быть таким, чтобы женщина сама выбрала для себя, и чтобы она потом его использовала так, как положено, правильно. Если, например, девушка несовершеннолетняя, она может прийти также на прием к гинекологу без родителей и уже проконсультироваться? Ну, по нашему закону здоровья народа Казахстана девочка 16 лет может прийти на прием самостоятельно, без мамы. А до 16 лет, конечно, нужно присутствие мамы, именно мамы, не отца, не сестер, не братьев, а именно мамы. И тогда до 16 лет мы ведем прием уже с присутствием ее таких вот близких родителей. А потом 16 лет она может прийти проконсультироваться. Единственное, она не может сделать какую-то манипуляцию. То есть, если ей предстоит какая-то операция, то же самое прерывание беременности, или она приходит с беременностью, мы обязаны вызвать маму и сообщить в полицию. Поэтому, девочки, если начинают жить половой жизнью, чтобы себя до такого не довести, конечно, они что должны делать? Прийти вовремя к врачу, проконсультироваться, если она живет половой жизнью, начать метод какой-то контрацепции, чтобы не было нежелательной беременности. Если до 18 лет она беременеет, то это, конечно, в нашем обществе несет ответственность не только семья, но и тот человек, с которым она вступает в связь. Хорошо. А расскажите в целом, как аборт может негативно сказаться на женском организме? Но любой аборт, даже медикаментозно, считается абортом. То есть он имеет неудачи, он имеет побочные эффекты. Бывают такие осложнения, как кровотечение, неполный аборт, остатки плацентарной ткани, воспалительные процессы. Поэтому в любом случае, если девочка или женщина забеременели, то, естественно, куда они идут? На прием к врачу, вот, чтобы подобрать метод прерывания его своевременно. А потом уже после прерывания использовать тот метод контрацепции, который даст стопроцентную эффективность. А часто ли после аборта может беременность уже не наступить? Может. Можно сделать 10 прерываний, можно сделать одно и никогда не беременеть. Это все зависит от состояния здоровья наших пациенток, состояния репродуктивной функции, да, вот, состояния, от общего состояния организма, да, вот, поэтому можно так обжечься, что потом лечить бесплодие. А если все-таки женщина решилась, да, на аборт, как правильно подготовиться, выбрать, может быть, врача, клинику, и на каком сроке это безопасно делать? Ну, у нас вообще медицинские аборты разрешены до 12 недель. У нас сейчас в Казахстане есть медикаментозное прерывание беременности, есть вакуумная аспирация, то есть просто выскабливание полости матки. Конечно, самым безопасным является медикаментозное прерывание беременности и вакуумная аспирация. Вот, выскабливание уходит уже в прошлое. Поэтому чем раньше женщина придет на прерывание беременности, тем лучше. По мнению специалистов, к рождению детей необходимо относиться серьезно. Ведь запланированная беременность помогает свести к минимуму риски для здоровья мамы и малыша. Семьи есть у нас и мужские методы, есть и женские методы планирования семьи. И использую для того, чтобы не была нежелательная беременность, чтобы она не наступила. А если беременность наступила, и они в браке, надо осознанно подойти к этому вопросу. Если вы в браке, зачем женились, зачем выходила замуж? И зачем тогда беременели? Почему вовремя не начали контрацептивы? Тут решается уже вопрос, сохранять или не сохранять. Но больше, как врач, я считаю, что это лучше сохранять беременность. Потому что сделаешь, через месяц придешь и скажешь, я хочу беременеть. Поэтому в данной ситуации каждый супруг должен относиться к этому осознанно. Они сразу решают, будут планировать, не будут планировать. Планируют, пожалуйста, беременеть. Не планируйте, предохраняйтесь.
По мнению психологов, счастье в семье начинается с ответственности и в первую очередь с ответственности за себя. Помните, в самолете говорят, что сначала кислородную маску необходимо надевать на себя. Качественные и здоровые отношения в семье – это большой труд. Уважаемые телезрители, о том, как создать крепкую семью, расскажет практикующий психолог Игорь Александров. Здравствуйте! Как дела, как настроение? Добрый день, спасибо, все хорошо. Сегодня, конечно, такой у меня будет вопрос к вам. Многие девушки, мужчины стремятся побыстрее создать семью, но вот расскажите, как к этому подготовиться морально, как осознанно создать семью, чтобы в дальнейшем уже не было никаких проблем? Ну, прежде всего, наверное, нужно отметить, что создавать семью нужно не из долженствования, не из каких-то требований, допустим, своих внутренних или социальных каких-то требований, а из собственного желания. То есть человек должен к этому подходить, понимая, что он непосредственно хочет создать это конкретно с этим человеком, а не создать просто какую-то социальную структуру, потому что это необходимо и уже это подходит по возрасту к нему. Наверное, с этого нужно начать. Основной посыл, который я хотел бы сообщить зрителю, он заключается в том, что не нужно этого требовать от себя. То есть нужно ориентироваться именно на внутреннюю свою готовность, на внутреннюю зрелость, создавать семью с конкретным человеком, а не просто как идея «я в этом году там женюсь» или «я в этом году выйду замуж». То есть человек, по сути, не ориентирован на отношения с человеком, он ориентирован удовлетворить потребность именно в том, чтобы кого-то найти. И очень жаль этих людей, которые попадаются этим людям, потому что они не вступают в контакт с человеком, они просто вступают в определенную социальную роль. Понимаете, да? И что по сути происходит? Не выстраиваются вот эти вот глубокие человеческие отношения, а выставляются друг другу просто требования, соответствие данной социальной роли. И из-за этого в основном начинаются конфликты. Если человек все-таки пытается не то что создать семью, а просто закрыть свою потребность, например, с помощью другого человека, то есть с помощью такой вот ситуации можно создать и жить с человеком долгие годы? То есть у человека уже не удовлетворена какая-то внутренняя потребность, да, и он будет пытаться ее удовлетворить. Но психологи так шутят, если у тебя сейчас есть там Бентли, Мазерати, Бугатти, даже собственный велосипед, вертолет, но если в детстве у тебя не было велосипеда, у тебя все равно в детстве не было велосипеда. То есть пока у человека не выстроены нормальные, здоровые отношения с самим собой, пока он сам себя достаточно хорошо не принимает и не уважает, он будет это требовать от окружающих. И он вот свое отношение будет видеть от окружающих к себе самому, то есть он будет проецировать через других на себя. И он всегда будет находить конфликты, потому что это его же собственные мысли через другого человека о себе. И с таким человеком зачастую сложно спорить, сложно что-то доказать, потому что он уже догматично изначально сам знает, как ты думаешь. И он в это верит, и сложно поменять его отношение, пока он сам к себе отношение не поменяет. То есть здесь психотерапия, здесь нужно выстроить сначала у человека с самим собой здоровые отношения, прежде чем вступать с другим человеком в эти отношения. И в заключение ваши советы, как создать крепкую семью и что для этого в первую очередь нужно? Ну, я, наверное, думаю, что прежде всего нужно выстроить сначала гармоничные отношения с самим собой, потому что если человеку самому с собой будет некомфортно, вряд ли другому человеку с ним будет комфортно, да? То есть если человек психологически зрелый, то он, соответственно, будет и подобное искать, да, в окружающей среде. И тогда он уже будет способен выстраивать такие отношения, как, знаете, говорят, как вот в метафоре, как приходишь в музей, там висит картина. То есть на этой картине ты не можешь ничего ни дорисовать, ни стереть. Она вот такая, какая она есть. Ты можешь ее либо любить, либо нет. Если тебе что-то в ней не устраивает, то тебе к другой картине. Потому что если ты начнешь там что-то стирать или что-то дорисовывать, это будет уже не та картина, и ей уже в другой вот этой социальной роли, ей будет некомфортно, потому что она не сможет иметь возможности быть самой собой. То есть это будет ограничивать ее какую-то естественную спонтанность. То есть не нужно менять, ломать людей, да? Однозначно, потому что другой человек будет себя в этом некомфортно ощущать не собой, и это в конечном итоге тревожные расстройства и депрессии. К
счастью, сегодня психология очень развита, да, и можно, я думаю, любые вопросы решить, конечно, с помощью уже профессионального психолога, а не все сразу рушить, разводиться, самое главное, да, как вы сказали, разобраться в себе. Да, ну не любые, но большинство, я бы так сказал, да. Важно, чтобы была мотивация, но опять-таки, когда люди сюда приходят, мы и работаем над мотивацией, то есть мы проясняем ценности человека, что для него важно, да, мы смотрим, что какие плюсы есть, какие минусы, если они остаются, какие плюсы, если они расходятся, какие минусы. И человек уже, исходя из своих ценностей, выстраивает какую-то внутреннюю мотивацию, а не внешнюю, которая будет подкреплять, там, не знаю, там, материальный статус или еще что-то такое. Потому что это вещи неустойчивые, сегодня есть, завтра нет. А человек, он есть постоянно один. Конечно. Большое вам спасибо за такие ценные советы. И надеюсь, наши телезрители многое возьмут на заметку для себя. Всех благ. До свидания.